Все, я включил. Леха в комнате у вас? Алло. Да. Рядом. Да. Скажите ему то, что я включил стрим. А, что сказал? Включил он. Главное, чтобы не лагало и все. Сейчас за мной просто беги. Давай не подойти тут, ладно? Стамина у тебя максимум? Нет, еще чуть-чуть подряд. Ты главное вперед меня просто не высовывай. Это обезболивающий. Побежали. Убежали. Все, тут останавливайся, идем просто пешком. Без прыжка вот так. Попробую подняться. И вот прям с края вот здесь вот так. Без прыжка. Тут так. Зачем мы прыгаем? Ну, чтобы стамину не тратить. Здесь прыгай, вот здесь. У нас тут чел где-то в санатории есть, так что может убить нас, пока мы идем. Быстрее за забором. Под окном иди, под окном, прям под окном. Их двое. Ты куда пропал? Не под стреляй! Окном, под окном! Ко мне! Я же говорю, под окном. Я тут кинул. Я же говорю, под окном иди. Прям под окном. А, ну, очень страшно, что тебе делать. Я
Что делать, принял? Сидите, ждите или смотрите стрим. На ютубе скажи Лёхе, чтобы включил. Включи стрим это, как до этого делал же. Проклятием. На ютубе стрим. Вот ты понял мне, как сделать? Стоит. Подожди. На ютубе скажи, на ютубе включить стрим. Мой. Сейчас включу. Люди, давай включим стрим больше. Ну, смотрели, я получу. Так он же продолжает же игру. Сейчас включу. А спорт не включу? Нет. Что, полагало еще сильней? Ну, давай быстро. Так вот. Что, еще раз будем играть? Не знаю. Сейчас мне собраться нужно. Тоже собирает. Скажи, чтобы он не брал. Чтобы он тебе надел наушники. Наушники одним. Рюкзак. Подожди, наушники, рюкзак и все получается. И все. Наушники. Перед наушниками. Будет тяжелым танком, а ты будешь этим разведчиком. Да нет. Если что, не кричишь, он сразу за кого-то выглядывает и хуячит, короче. Я ему сейчас два барабана, хоть у меня 95 патронов, так? Нормально? Да не надо. Сейчас смотрю, что он дно завис. И рюкзак, и все. Ты куда собрался? Берег. Куда уже? Теперь надо? Нет. Быстро. Что только нет? Ооо, сейчас будет жопа всем. Нет. Понимаешь, что ли, глаза? Где мы жили? Это вот так. Типа, да? На, пидалин, да? Побежите. Бери. Очень бери. Я готов, Саид. Угу, ща. Я сейчас тоже буду готов уже. В принципе. Пять секунд. Ох. Ты увлекся. Вот и че, блин. Сам, блядь, три раз так цепанили. И стресса, блядь, ты спала за каждым. Себя удивили. И я сказал, я не специально. Сейчас грузится. Не надо. Скажи Лехе, чтобы он купил CG6. CG6, говорит, купи. Ниже. Ниже CG6.
Есть, говорит. Я поставлю, короче, четверку, а очень рослую четверку, не знаешь, все ты ее вколол и побежал, получил. Нет, это стимулятор. Сразу могу. Да. Эрик. Что мы видим на это? 4 часа ночи, вечер. 4 часа стоишь, что ли? До нет, утра. Нет, слишком, это слишком, темно будет. Нет, 4 часа вечера тогда. 16 часов. А это почему из зеленого? Почему у кого корона, у кого нет? Кто-то может быть на той американец на одной карте, на карте. На одной карте, да. Ну, по-любому. На Украине по разному сильнее. Он там ничего не брал из броников? Нет, нет, почему взял? Как сказал, так и взял. Только в этот раз под окном. Хорошо? Ага. Просто как-то... Чтоб никто не увидел, да? Нет. Просто одному как-то не увидел. Аманда, тихо. Тихо-тихо, Аманда. Пожалуйста. Берег, 16 часов. Готов, мужик. А, даже 20. Сейчас приду. Он тут был холодильник вообще там. Лампочка нахуй отключатый. Привет. Владимир, да, Владимир. Ты сказал, что система его больше изменилась. Ну,
Что ты бонусом взял? Да, расплатился. Бонусом у тебя очень сколько, блин. Всего? 30%. А 30? Ну, все равно неплохо. Платить. Я у тебя замучил. Я помню с того, наверное. Так, наверное, режу. 500 чай-то. Готовы быть. Вот. Я расход. Ну, это бонус. Матьмели. Все так. Хотел бы понять, как правильно. Один же пользовался, по сути. 300 бонусов. А сейчас сколько бонусов по себе было? Допустим, меня 800. А такое давление нет? А вон такое давление. Нет, ты не спрашивал, что это? 400. Выкинул, что ли? Нет, грузится. Выкинул, да, я прикинь. Так же все делал. Да. И что значит этот вещи? А это биар белорус пишет? Биар. Обычно говорил, черпуху не знаешь, если они два одни. Только не забудь вколоть в себя стимулятор, алё. Алло. Алло. Это что, фейл? Не забудь, как заспавнимся, сразу не забудь вколоть эту стимулятор. Каким образом? Ну, Лёха показывал, скорее всего. У Лёхи спроси тогда быстрей. Ладно, все, хорошо. А как стимулятор? Все, все. Тебе надо сначала оружие, бронежилет и все забрать у Саира. Потом грибать и бежать. Ну да. Как его? Ставит все. На, 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 я сзади. Скинул. Тоже скинул оружие. Оружие, вот, под тобой. Бери оружие в руки, в руки, в руки, оружие. На двойку нажимай, быстрей. Шестерку нажимай, или что у тебя там, где стимулятор, и побежали. Стимулятор вбил, нет? А где стимулятор? В.
Ой, я чё... У Лёхи спроси быстрей. Лёх, как стимулятор-то включить? Почему четвёрка не работает? Вот. Нажми на таб и найди этот стимулятор и вбивай быстрее, пожалуйста, я не могу. Сейчас, подожди, подожди, не кипиши. Все, побежали, просто без остановки беги. Дикий. Быстрее, побежали. Просто беги, я тебя догоню. Да, бежать ты прямо, что ли? За мной. Ты где? Ага. Стамину. Так, теперь в зарядках. Тебе не нужно перезаряжаться. А ты... Я выстрелил 30-ку. На 2 нажми, на таб нажми и скажи Лёхе, как изучить, не изучить поиск этого. Поиск разгрузки. Во, быстрей. У меня нет патронов, оказывается. Спроси у Лёхи, как в разгрузке найти магазины. Как в разгрузке найти магазин? Магазины. Потому что у тебя там магазинов до хрена. Сейчас, подожди, мы работаем над этим. Всё? Сейчас получится. Ну, подожди, всё. Подожди. Таба, не эскейп. Ну, все. Все, идем быстрей. На эскейп нажимаешь, а ну? А, тебе же стоит вниз, тебе надо его быстрее. Вот это сейчас. Можно побыстрее, пожалуйста? У нас времени немного так. Сейчас пчелы прибегут. Идем? Идем. Второй этаж. О, почему кровь Заходи, сразу заходи, сразу заходи. На, заберем вот это. Я тебе скинул. Вот. Ща.
Сядь, посиди, мне нужно дозарядить патроны. Чё дали, ты взял? Я не никак. Кстати, я так на всякий случай. На всякий случай. Тайминки твои бьёт. А нет, четвёртый набрал, да? Да, да. Уйди, 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 уйди! Он побежал туда. За ней не успеваем. Конечно, быстро нужно все сделать, потому что у нас времени мало. У нас пчелы тут прям. Постой, пожалуйста, на месте. Пару секунд. Нужно послушать звуки. Понимал. Для тебя что было? Над нами есть чел. Поднимайся давай на второй. Поднимайся. Дальше, дальше, по коридору иди. Дальше. Не поднимайся, по коридору. Правда, лево, понял. Не забывай, у нас чел. Заходи в комнату прямо сейчас сюда.
Все, идем. Над нами, над нами. Быстрей, быстрей, быстрей. Поднимайся. Быстрей. Чел, чел, сейчас будет. Слева. Стой на месте, стой. Раушен? Да, да. Крикни что-нибудь на F1. Отойди! Граната! Я же говорю, граната. Я побежал, что ты думаешь? Он стоял же. Ой, он на тебя выкинул. Ну что? Тихо! Тихо! Тихо, пожалуйста! Да сдохни ты уже там, просто... О, посмотрите стрим, пожалуйста. Стрим. Уф, просто. О. Алло. Алло, меня слышно? Слышно, слышно, слышно. Скажи Лёхе, чтобы стрим включил. Включили, смотрим. Посмотрите, как я его убил просто. Смотрим сейчас тебя. Перемотайте чуть-чуть. Посмотрите, как я его убил. Смотрим сейчас тебя. Слева. Граната! Нет буфета здесь, наверное. Вот хуй! О, смотри, живой еще. Ну, все, мне жопа. А, и вот... Чикалуха нормально, да? Да, все, слушай. Смотрим стрим, место не откуда. Нету. Слик. Витаминочки пошли. Да, вот это очень плохо то, что ты не выжил сейчас. Алло.
такие есть. Ты куда пропал? Мытарков от вас вычистим, мрази! Так. Баклан! Вот урод! Давайте как-то...